В июле 2021 года из резервного фонда правительства Российской Федерации в бюджет Камчатского края поступили 331 миллион 543 тысячи рублей. Из них 200 миллионов направлено на дорожное хозяйство. 33 миллиона 600 тысяч направлено фонду ОМС для проведения углубленной диспансеризации граждан, которые переболели COVID-19. На финансовое обеспечение мероприятий по выплате отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск работникам социальной и медицинской сферы, которые в 2020 году получали надбавку за особые условия труда, выделены 80 миллионов 600 тысяч рублей. Кроме того, на обеспечение обязательств по закупке медикаментов для лечения больных в амбулаторных условиях от COVID-19 выделено 17,2 миллиона рублей. Кроме того, помимо средств резервного фонда, в бюджет субъекта поступили средства на софинансирование мероприятий по модернизации лабораторий и лечебных учреждений, которые занимаются профилактикой инфекционных заболеваний, в сумме 46 миллионов 600 тысяч рублей.